Завершается конференция X5 «Диалог», но не завершаются спикеры. Компания «Марс» представлена у нас сегодня на площадке не просто участником конференции, но и участником круглого стола, и еще и победителем в номинации «Доступные товары. Лучшие поставки», если я не ошибаюсь. Лучшее партнерство в области цепочки поставок. Можно и так перефразировать. Но... Расскажите, что для вас эта награда, за что ее, в общем, вручили? Ну, вручили, на самом деле, за всю нашу, наверное, историю взаимного сотрудничества. Вот. Оно насчитывает не один год, но последние полтора года мы вот совершили тот самый квантовый скачок, который показал существенное улучшение степени взаимодействия в области цепочки поставок. Вот. И как раз на круглом столе мы посвятили этому достаточно долго времени, рассказывая о практиках CPFR. Это международная практика взаимодействия в цепочке поставок с точки зрения пополнения, прогнозирования, планирования. Вот. И, собственно, вот те достижения, которые были в этой области совершены и, собственно, вылились в ту награду, которую мы получили сегодня. Вот. Награда была ожидаема или нет? Ну, мы работаем не за награды, как говорится. Вот. Во имя процветания нашего общего. Оно было приятно. Комплимент, он всегда, как говорится, уместен и ценен тем, что тем более получили от нашего такого уважаемого клиента, как X5. Расскажите про круглый стол. Какова обратная связь уже сейчас от коллег? Что говорят по поводу вашей темы? Вот, к сожалению, пока еще не успел ознакомиться. Телефон как бы пищит, обратная связь идет. Но вот только с круглого стола и пообщался с партнерами, поэтому, наверное, комментариев много, они все интересные. Посмотрю, почитаю. Но я не могу в целом не спросить про конференцию, как оцените сегодняшний день, что было самым интересным, самым запоминающимся. Я не был на пленарке, поэтому как участник круглого стола единственное могу отметить, собственно, интересное место, прекрасное общество, как говорится, обычное удовольствие от общения с партнерами и коллегами. Сегодня многие планируют уже 2022 год. Удалось ли вам, собственно, спланировать какие-то коллаборации с X5, которые вот уже совсем в будущем году грядут? Да, безусловно. Пакет большой, планов громадье. Вот. Поэтому светлое будущее с чистой совестью.